Сейчас на нашей сцене будет еще одно милое и юное дарование. Между прочим, один из ее клипов собрал 46 миллионов просмотров. Чему может позавидовать любой сложившийся артист. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты встречаем Милана на сцене Государственного Кремлевского дворца. За хлебом тузика гулять вожу. Но везде, где не бываю, отовсюду слышу я, как кабина называют все малявка и меня. Эй, малявка, раздается дома, в школе, во дворе. Эй, малявка, эй, малявка, надоело слушать мне. Эй, малявка, раздается дома, в школе, во дворе. Эй, малявка, надоело слышать мне. Точно не сможет пройти незамеченным. Ваши бурные аплодисменты давайте поддержим нашу юную звездочку. Боже мой, сколько цветов, я даже не знаю, как себе помочь. Давайте, давайте, у кого еще остались цветы, несите к нам сюда. Дорогие гости, вы же знаете эту фразу замечательную, как быстро растут чужие дети. Знаете, да, эту фразу? Так вот, я удивился, как быстро растут чужие просмотры на YouTube. Девочки, спасибо вам большое. Давайте мы... Я отдаю, конечно же, цветочки, Милана, это все твое. Спасибо вам большое. Увидимся еще на сцене. Девчонки, пока-пока. У нас прямой эфир. Или смотрите хотя бы в камеры, пусть вас увидит вся страна на телеканале Муз-ТВ. Ваши бурные аплодисменты. Спасибо нашим замечательным девчонкам. Вас ждут родители в зале. Пока-пока. Итак, дорогие друзья, давайте еще раз наградим аплодисментами наше юное дарование Милана. Милана, никуда не уходи, давай мы с тобой поговорим.
между прочим, я почему сказал про чужих детей? Как быстро они растут? Вот так же быстро растут просмотры на YouTube. Пока Милана выступала, оказалось, что у нее на одном клипе уже 58 миллионов просмотров, а на другом 56. И ты представляешь, все звезды сейчас выстроились за кулисами, чтобы расспросить, как ты добилась такого успеха. Но я тебе хочу задать совершенно другой вопрос. Милана, сколько тебе лет? 8. 8 лет, дорогие друзья, и уже такие результаты. Ну ты уже как бывалый школьник. Расскажи, пожалуйста, как ты готовишься к 1 сентября? Мама с папой готовится, да? Да. Молодец, отлично. Ну и... Мне остается только с ними ходить в магазин. А, то любишь ходить в магазин. Но это правильно на самом деле. Но и последнее, что я хочу тебя спросить. Что ты можешь пожелать всем первоклассникам, как уже бывалый школьник? Оценки хорошие, друзей и хорошего учителя. Хорошего учителя, дорогие друзья, все обязательно сбудется. Миланочка, ты сможешь забрать еще один букет цветов. Это все только для себя. Ваши аплодисменты. Будущая суперзвезда Милана. Спасибо.